Тында – это самый молодой город Амурской области и центр самого дорогого проекта Советского Союза – Байкало-Амурской магистрали. Тында была спроектирована в начале 70-х годов московскими проектными бюро, поэтому тут можно встретить такие названия улиц, как Красная Пресня, Бамовский Арбат и другие. На то время тут были поставлены самые передовые 14-этажки с сейсмозащитой. Кроме того, Тында занимала и занимает очень важное место в Амурской области. Она является центром очень большого района. В ней размещены ключевые предприятия, социальные, образовательные и другие. Но главным капиталом Тынды остаются жители. Это строители БАМ и их потомки, которые продолжают находиться здесь. Сейчас по распоряжению президента идет развитие БАМа и Транссиба, и перспективный грузопоток в конце 2024 года по БАМу и Транссибу должен составить 180 миллионов тонн. Мы видим, что очень активно развернуты работы, и, соответственно, Тында обретает новое экономическое значение. В этой связи мастер-план, который утвердил президент, включает в себя большой набор мероприятий, главным из которых, я хотел бы это отметить, является газификация Тынды. Это принципиально новое, принципиально важное мероприятие для экономики. Она включает в себя строительство и газоотвода от силы Сибири, и строительство котельной, много других различных мероприятий. Ключевые задачи мастер-плана следующие. Первое. Создать сервисную экономику для жителей Тынды и жителей прилегающих поселков за счет новых предприятий сервиса, общепита, социальных инфраструктур и прочих. Вторая задача. Обновить дороги, сети и прочую жилую инфраструктуру для города. Третье. Отпраздновать юбилей БАМа в 2024 году, обновив к нему дороги, благоустройство, фасады жилых домов и прочую городскую среду. И четвертое – это помочь в развитии экономики города Тынды, создав новые предприятия по производству деревообрабатывающей продукции и прочих видов производств и созданию нового класса сервисной экономики. Эти задачи нашли свое отражение в слогане. Тында – это малый город со столичным уровнем сервиса. Тында сегодня – это, конечно, ключевая станция Байкало-Амурской магистрали, так называемая, вот, столица БАМа. И позиционируется город как транспортный узел. Сегодня активно идет реконструкция БАМ-2, железнодорожных путей, реконструкция федеральной трассы А-360 Лена. В черте города уже такая реконструкция проведена, идет дальше в сторону Якутии. Поэтому, конечно, мы должны в городе создать все условия, обновить инфраструктуру для того, чтобы людям комфортно здесь жилось и в дальнейшем могли работать в транспортной отрасли нашего города. Основные задачи, которые сегодня перед нами ставит правительство области и мы ставим перед собой, это подготовка к 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный. Первый этап реализации мастер-плана Тынды – это празднование 50-летия БАМа в 2024 году. Праздник соберет множество гостей со всей страны, людей, которые помнят Тынду еще молодым городом. Для празднования запланирован целый ряд мероприятий, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, о которых расскажем чуть позже, и запланировано создание собственного архитектурного стиля и стиля различных элементов для Тынды, стиля, который поможет Тынде остаться собой. Что же будет сделано к юбилею БАМа? Будет благоустроен парк «Багульник». Создана тропа здоровья, как продолжение Тындинского пляжа. Восстановлена въездная стелла БАМ. Отремонтированы и подсвечены фасады ключевых зданий в городе. Одна из задач в городской среде – сохранить первоначальные цветовые решения, воссоздать облик молодой Тынды. Будет отремонтировано здание аэропорта. Стоит задача завершить ремонт Красной Пресни с фасадами на ней и упорядочиванием рекламы и вывесок. Будет восстановлен стадион БАМ, который был поврежден паводком. Также планируется благоустроить площадь 25-летия, привести в порядок часть дворов, многоквартирных домов и многое другое.
Благоустройство Тынды не закончится на 50-летии БАМа. Вот, например, сейчас мы находимся на улице Школьной, заявка по которой уже подана на всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды. На этой улице разместятся детская площадка, зона отдыха, зона для различных занятий, площадки на сопке и другие активности. Важнейшей частью мастер-плана являются социальные учреждения. Так, например, в мастер-плане Тынды запланировано строительство новой музыкальной школы и ремонты ключевых учреждений. Например, центральной тындинской библиотеки – здание с интереснейшим интерьером. В Тынде уже прошел ремонт центральной тындинской больницы. В ближайшее время запланированы ремонт ГДК «Русь», спортивной школы «Олимп», общественной бани и здание драматического театра. Ремонта требуют и дороги. Цель, озвученная президенту, 85% дорог и тротуаров города к 2030 году должны соответствовать нормативу. За 7 лет в порядок предстоит привести более 46 километров. Дополнительно запланированы работы по повышению связанности районов города за счет строительства новых мостов. Уже проходит модернизация системы общественного транспорта. Будут установлены остановочные павильоны, комфортные для использования летом и зимой. Также заменят автобусы на современные модели. Развитие Тынды связано и с развитием сервисов для жителей и гостей города. В первую очередь это, конечно, общепит и услуги для населения. Такие новые бизнесы будут создавать рабочие места для жителей города Тынды и новые поступления в бюджет. И сопровождать новые большие крупные инвестпроекты, запланированные в реализации экономики. Важным вопросом развития города является работа по улучшению качества жизни. Основной упор здесь планируется сделать на развитие тех территорий, которые сейчас заняты аварийным жильем. Большинство нового предлагается создавать в центре города, что позволит повысить плотность застройки и обеспечить пешеходную доступность. При анализе города выделено 11 потенциальных участков для строительства в центральных и периферийных районах города. Реализация этих проектов в рамках комплексного развития территорий позволит создать дополнительные 205 тысяч квадратных метров жилья, обеспечив им жителей города. Жилье будет строиться по новым стандартам, стандартам комплексного развития территорий, которые будут применяться и в Тынде, и в других городах Амурской области. Это жилье нового уровня, с дверями без машин, с рядом расположенными парковками, с функциональными и эстетичными фасадами, с используемыми первыми этажами домов и другими особенностями. Основа для развития города – ремонт и прокладка новых коммунальных сетей. Так, до 2030 года в Тынде должны быть отремонтированы водопровод и канализационные коллекторы. Но главным мероприятием развития будет являться газификация. В газификацию входит строительство межпоселкового газопровода, проложенного от силы Сибири, модернизация котельных и строительство внутригородских сетей. Развитие экономики связано с развитием существующих предприятий и, конечно же, запуском новых, включая создание новых рабочих мест для тындинцев. Из каких же этапов состоят эти мероприятия? Первое. Запуск новых проектов и бизнеса на территории города. Второе. Создание новых городских сервисов, повышающих качество жизни горожан и гостей Тынды. Третье. Развитие городской среды, образовательных и социальных учреждений. Обеспечение высокого уровня сервиса для привлечения новых специалистов в столицу БАМа из других городов Амурской области и регионов страны и снижение оттока городского населения. Развитие Тынды тесно связано с созданием на ее территории новых предприятий и развитием существующих. Однако для этого надо выполнить одно главное условие – газификация города природным газом. Это позволит поставить на предприятие дешевый вид топлива и обеспечить качественным газом и жителей города, улучшив экологическую обстановку и повысив комфорт жизни в городе. Благодаря проведенной газификации в Тынде появится возможность последовательного запуска предприятий. А для их владельцев будет снижен тариф на 17%, что обеспечит развитие экономики и рост населения. Итак, какие предприятия были предложены для реализации в Тынде?
плантационное выращивание и сбор дикоросов, производство деревянных панелей и модульных домов, склады нового поколения, обеспечивающие хранение и бесперебойную отгрузку товаров, швейный цех, производство бутилированной воды, производство мафов из дерева, производство палет из древесных отходов. Для каждого из этих проектов был разработан инвестиционный паспорт и шаблон финансовой модели. Это не отдельные предприятия, а взаимосвязанные направления, которые дополняют друг друга, развивая экономику города в целом и создавая возможности для его трансформации. Подобные проекты, конечно же, нуждаются в подборе инвесторов и предпринимателей. И этим будет заниматься Агентство по привлечению инвестиций Амурской области совместно с городской администрацией. Преимущество мастер-плана заключается в том, что мы можем его корректировать и изменять. Так, мастер-план города Тынды был разработан одним из первых, поэтому сейчас уже ведется работа Центром развития территории по его актуализации. Параллельно разрабатывается комплексный план Министерством экономического развития Амурской области, в котором уже более происходит детальная экономическая разбивка, обоснование мероприятий и дополняются существующий план.